ночь на 26 апреля 1986 года реактор 4-го энергоблока Чернобыльской АЭС разрушился в результате мощного теплового взрыва. Подхваченная ветром радиоактивная пыль частично выпала на территории СССР, оставила очаги излучения в Европе и даже достигла берегов Америки. Последствия аварии оказались настолько серьезными, что правительство Советского Союза было вынуждено провести срочную эвакуацию близлежащих населенных пунктов. Зараженные территории в радиусе 30 километров от станции превратились в строго охраняемую зону полного отчуждения. После возведения железобетонного саркофага над разрушенным энергоблоком эксплуатация ЧС возобновилась. Доступность мощного источника энергии и отсутствие населения позволили создать на закрытой территории комплекс секретных лабораторий. 10 июня 2006 года зона внезапно осветилась нестерпимым светом. На несколько мгновений наступила полная тишина, и было видно, как в небе испаряются облака. Потом пришел страшный грохот, содрогнулась земля. Большинство военнослужащих, охранявших периметр, мгновенно погибли. 2007 год. Ученые до сих пор не могут дать внятных объяснений случившемуся. Экспедиции неизменно заканчиваются трагедией, редкие уцелевшие рассказывают о животных-мутантах, обладающих поразительными способностями. 2009 год. На территории зоны отчуждения, по разным оценкам, присутствуют от 1 до 300 неучтенных лиц. Эти люди называют себя сталкерами и занимаются в основном поиском так называемых артефактов, аномальных образований, за которые можно выручить солидные деньги. 2010 год. Несмотря на расположенные по периметру кордоны, сталкерство приобретает все больший размах. Но исследованы только окраины зоны. Попытки проникнуть к ее центру заканчиваются неудачей. В 2012 году сталкер по прозвищу Стрелок разгадал загадку выжигателя мозгов, мощного излучателя, способного разрушить разум человека, и отключил его. После этого сталкеры массово ринулись к центру зоны. Одни искали легендарный клондайк артефактов, другие — не менее легендарный исполнитель желаний. В изменившихся условиях Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о немедленном проведении спецоперации «Фарватер». Ориентируясь по заранее составленным картам аномальных полей, десятки военных вертолетов с десантом на борту взяли курс на ЧС. Несмотря на тщательную подготовку, операция завершилась провалом. Ни одна из машин на базу не вернулась. Для выяснения причин провала операции в зону направлен сотрудник СБУ майор Дегтярев, в прошлом опытный сталкер. С двухнедельным запасом провизии, автоматом и рацией для связи с центром он начинает свой путь вглубь зоны. Всем привет, с вами Марс. Сталкер. Что ж, я услышал про некое дополнение Мистери, которое глобально меняет эту игрушку. И решил его посмотреть. Но пока оно качается, вспомним, что такое настоящий сталкер. Вспомним, каким он был. Так, что же у нас тут есть? Стандартный инвентарь, пушка. Все, короче, как надо. Люди, радар, аптечки, все знакомо. Так, здорово, парни. Оружие опусти, мужик. Воу. Полегче. Я знаю, можно было их и не убивать, но все-таки это халява, а халяву я упускать не буду. Повредил себе броню, правда, но хотя она в принципе и была убитая. Я попробую где-то минут 10, посмотрю, что тут да как. Вы посмотрите, вспомните, может быть, скачайте, ну или купите, как кто. Мы сейчас двинемся в Скадовск,
послушаем пару диалогов, и следующую серию вы увидите уже с установленным модом. Это мод, который глобально меняет, ну почти все, меняет графику, добавляет довольно много оружия, меняет сложность, меняет сам геймплей. То есть нам придется реально выживать. И тут придется жить, наверное, как в DayZ. Мутанты тут реально будут сильные. И я чувствую, что если я все-таки буду делать это прохождение, оно будет реально хардкорным. Вот и Скадовск. Прекрасное место. Я не знаю, как у вас, но Stalkers of Pripyat — это одна из моих самых-самых-самых любимых игр. И в трилогии Сталкера это лучшее, по-моему. Некоторые люди говорят, что после Чернобыля, тени Чернобыля, Сталкер начал заниматься чисто самокопированием. Не знаю, что еще можно добавить в такую игру просто. Так, я забыл. А вот фонарик. Слышишь, Тутана? У Султана, короче, разговорки есть. Воу-воу-воу. Пошел-ка ты нахер, бандит. Ну, здорово. Здорово. Какими судьбами на нашу посудину? Здорово, здорово. Так, как здешняя жизнь? Чем занимаются сталкеры-то? Прекрасно. Ну, все по стандарту, я так понимаю. Так, ну бывай. Давайте-ка теперь поднимемся к алкашу, починимся. И, пожалуй, на этом закончим. Сталкер как сталкер. Да. Все нормально, все работает. Есть водка, будешь? Ну, в руки не дрожали. Давай. Ага. Что-то ты... А, нет, нормально. Бутылка из воздуха. Родной добрый сталкер. Молодец. Теперь отремонтируй-ка мне броньку. Сколько это будет стоить? 600. Ну ладно, хер с тобой. Она полуубитая какая-то. Сунули мне дрянь какую-то. Так, буду ходить с вот этим калашом. Этот отремонтирую, продам. Так, ну и, пожалуй, М9 я тоже себе возьму вместо пистолета, вместо Макарыча. Ну, как-то полегче будет. Все, спасибо, Кардан. Воу-воу-воу, стена. Не надо. Ну что, есть что-то новое? Так, забирай. Макарыча тоже забирай. Гранатами я не пользуюсь, поэтому держи. Что-то все так лагает, надо посмотреть, что у меня там с процессами. Ну, в общем-то, все как надо. Иди, иди, нечего тебе делать. Узнал что-нибудь о Сороке? Сталкер есть сталкер. Ничего не меняется. Мутные текстуры, хотя графоны на максимум. Что ж, вот так вот.
Теперь будет с чем сравнивать. Ладно, всем спасибо за просмотр. Всем пока, до новых видео.